Так, корова у нас готова. Теперь нам надо с вами изготовить кинематический механизм. Но сначала мы добавим несколько элементов еще сюда. Это будет цилиндр. Цилиндр. Такой. Повернутый по оси Y на 90 градусов. И теперь давайте мы ее опустим. Нет. Да, обычно сделаем сами. Сверху смотрим. И опускаем вниз. По зету попали. Да, можно чуть побольше снять. Shift D и по Y сюда. Смотрим. Сбоку смотрим. Так вот. И уменьшаем, естественно. S по X. Вот так. Ну а теперь сделаем такой цилиндрик сюда еще. А нет, сначала сделаем этот бокс. Так, ничего не выделено, хорошо. Сначала куб опускаем вниз. Увеличиваем его в размерчиках. Ну, так сильно не надо. Вес. Прижмем его маленько. Вот так. И спейсу чуток вот так вот, да. Угу. Так. И вниз еще раз. Уже по зету вниз. Так, чтобы было расстояние такое. Хорошо. Отлично. Теперь подумаем, как нам его сделать. Сделаем так. Вот. Ctrl-R. И мы его сейчас сдвинем. S. Между собой. По Y, да? Так вот. Угу. И здесь теперь Ctrl-R по X, S по Z, вернее. Так, сдвинем. Все отлично. Здесь тоже сделаем Ctrl-R. Так. Ctrl-R. Ну, теперь можем это выбрать. И это. Сказать Edge Bridge. А, ну понятно. Блендер не любит двойные бриджи. Поодиночке. Бридж. Вот так. Так, ну теперь настала пора вот этому. Ctrl-R. Раздвинем. О, X, S, X. Вот так. И теперь вот этот возьмем.
Вот это, да. Не получилось совсем то, что надо. Ну ладно. Face. Удалим просто фейсы. Не получилось то, что хотел, поэтому переделаем. Не то, что мне нужно. Начнем сначала. То есть теперь нам нужен куб. Мы его сделаем сейчас. Куб. Вниз его. Вот так. И увеличим. И уменьшим. Сплющим его назад. Смотрим. И по X тоже. S. По X. Так. Еще лучше, если мы сейчас его совсем S. Включим базу, вот так. Платформу первую сделаем. Отлично. А дальше выйдет мод. Ctrl-R. Растянем ES по Y. Так вот. Еще раз. Ctrl-R. И растянем по X. S по X. Примерно вот так. Чудно. Далее еще раз Ctrl-R. А теперь мы ее сдвинем, хотя чуть-чуть только, S по Y. Ну и теперь сделаем следующее. Вот этот, нет. И вот этот. Почему бы нам так не попробовать? Смотрите. Мы возьмем вот этот сейчас объект. Этот вот. Shift-D. Shift-D. И потянем наверх его. GPZ. Вот так. Допустим. Да? Так, тогда вот этот. Секундочку. Вот этот и вот этот. Мы должны их соединить теперь. Так, нормально? Нормально. Йод. Вот они соединились. Переходим в Edit Mode. И говорим, что нам надо вот этот и вот этот. Соединить с помощью Edge. Вот так. Все правильно я сообразил. Чтобы не строить тут ничего. Проще всего вот так.
Только у нас сейчас появилась коробка для механизма. Если его надо продумать немножко. Нам нужно будет сейчас что сделать? Немножечко этот механизм, вернее, эту коробку вниз увести. G. Вот так. А всю корову переместить в центр. Я тут добавил еще два цилиндрика. Вообще-то она в центре почти находится. Ну ничего, мы сейчас еще подвинем. Вот так. Коровятину. И мы сделаем так, что поставим здесь. Придумаем такой механизм сейчас, где у нас будет три шестерни. Сначала мы их изготовим. Немножечко S по X сужать. Так. Сейчас изготовим три шестерни, ребята. Где они у нас находятся? Вот S. Так, ну мы особо лукавить не будем. Сделаем вот так. И оставим такой, какой она есть. Так, переворачиваем по R, по Y на 90 градусов. Есть. Опускаем вниз G. По Z. Видим, что она большевата. Поэтому мы ее немножечко уменьшаем. S делов-то. Отлично. Но увеличиваем по ширине. S по X. Так. Делаем более солидный. Так. Угу. И далее Shift T. Смотрим отсюда. Чуть-чуть меньше. Shift D. И еще одну Shift D. Сюда. Великолепно. Так, теперь нам надо сделать такую штуку, на которой она все будет держаться. Смотрим сбоку. И у нас так вот, да? Мы можем сделать таким образом сейчас, чтобы чуть выше надо поднять это все. Стоя выше G. Так вот. Так. И теперь нужны оси. Это значит, нам нужны S. Shift. А нам нужны цилиндры. Межцилиндр. Переворачиваем его. R.
по Y 90. Начинаем пристраивать на место G. Делаем чуть побольше S. Вот так вот. Да, отлично. То, что нужно. Дальше. Shift D. Переносим сюда тоже по Y, куда? Здорово. Может быть, нам не нужна такая огромная. Делаем чуть меньше. S по X. Вот так. И здесь тоже S по X вот так уменьшаем. А на это место поставим сейчас две. Два треугольничка. Ну-ка. Смотрим отсюда. Вот так, да? И делаем следующее. Такую вот штукенцию делаем. Так, вроде соединилось. Теперь вытаскиваем. Тащим ее сюда. G. О, и сюда. Фига с дрыга соединилась она там. Ну вот так. Так, после этого можем спокойно ее превратить. Сейчас мы ее выберем. Так, превращаем ее. Хотя зачем я так делаю? Усложняем. Подождите. Что-то я дурью маюсь. Мне кажется. Есть спокойный способ такой взять просто нормальный plane. Где он там? Вон он вверху, да? Перевернуть его на по Y, R по Y на 90 градусов. Опустить его сюда, вниз. G. Бывает, заклинивает. И уменьшить. Допустим, вот до такой степени уменьшаем. Далее подвигаем. G. Вот на место, где-то вот здесь она будет, да? И теперь делаем следующий вид. Вот. Двигаем. По X. Вот сюда. Так. Это пока отключим, а это включим и смотрим, не по центру. Теперь да. И теперь очень просто все, мы переходим в Edit Mode, берем вот эти вот точки две вниз. Сначала по X, по Z, и теперь S, сдвигаем их вместе, вот так, и говорим Ctrl-B, нет, не будем, нет, конечно, поэтому может работать, если Ctrl-Shift-B сделать, тогда он, да, сделает вот такие
Ну, это устраивает вполне. Так, вот. Этот возьмем, скажем, Е. И получим вот прекрасно такую штукенцию. Здесь тоже. Да нет, тут ничего не будем делать. Так, смотрим теперь сбоку. Берем эту детальку. Shift. Shift D. Перетаскиваем ее по Y, мне кажется. Да, вот так. Перетащили. А в чем дело? Не надо вот это все перетащить. Shift M. Сколько времени-то? Ух ты, 21 минута. Так, привычка. Ну, сейчас мы уже по Y, да? Вот так, по Y, окей. Теперь вот эти, от этого и этого берем. И говорим, что это одно целое. Ctrl, Mute. И говорим, что... Ну-ка посмотрим, где они находятся. Нормально. И говорим, что у нас должен быть объект Set Origin в 3D курсоре. Убираем все трансформации. Говорим, что нам нужен Mirror. Mirror нас послушался и встал. Все. Так, великолепно. Вот так, да. В следующем видео мы с вами сделаем здесь самый рычаг, который будет ее вращать, да, ручка. И вот здесь будем затягивать эти, чтобы ноги двигались. Тогда все будет нормально. Хорошо, до следующего раза. Пока.